Это было так давно, что я уже почти не помню, но я думаю, что, скорее всего, из-за того, что отец мой музыкант, и, в общем-то, особо выбора там и не было. Музыкальные инструменты были всегда дома, и отец учил меня играть и на гитаре, на ударных, на клавишных. Всегда играл что-то на слух. Ну вот так осознанно, наверное, года с 95-го, мне кажется. Это было очень давно. Самый первый этап был довольно интересный. Я тогда жил еще в Новополоцке. Записывал тогда свою музыку на кассету. Тогда не было никаких интернетов, ничего. И от каких-то ребят я услышал, что в Минске есть какое-то радио, где крутят музыку белорусских электронщиков. И я совершенно наугад, взяв кассету, поехал в Минск, вообще вот так вот слепую. Встретил на улице каких-то ребят, по которым я подумал, что ж они-то наверняка точно знают, где это может все находиться. И они действительно знали. Я пришел в какой-то клуб студенческий. Там вот работал парень диджеем, и вот он вел передачу вот эту на радио. Я всучил ему эту кассету, что-то промямлил, оставил свой телефон. И через 2 недели он перезвонил мне. Я приехал на радио, записал передачу. Потом со мной связался Вадим Милицын, которого был тогда лейбл Delta 9. И он выпускал на дисках, на CD-рках музыку белорусских музыкантов. И предложил мне выпустить свою музыку. Второй диск мой был на украинском лейбле Next Sound. Это лейбл Андрея Кириченко. Ну, наверное, вот после второго диска уже музыка уже пошла за границу, то есть на такое серьезное увлечение, наверное, началось. Был интересный очень опыт выступления с живыми музыкантами, совершенно импровизированные вообще, в какие-то моменты вообще сумасшедшие абсолютно. Это ребята из Польши, визуальщики, организовали мое выступление в нескольких городах Европы. И в каждом городе я выступал с разным музыкантом, с двумя, с тремя, с одним. Это были люди, которые играли импровизационную музыку, акустическую. Каждый раз это был сюрприз, что же вообще в итоге получится.
Местами было действительно офигенно, местами было, ну, так не очень. Но в целом я очень доволен, это очень классный опыт. Я так, ну, здорово перезагрузился вообще. В последнее время вообще мало слушаю музыки. Хватает того, что я делаю на работе, свою музыку. Иногда просто хочется отдохнуть, не пускать в уши вообще ничего. Если с самого начала увлечение музыкой и те, на кого ориентируюсь, ну, в первую очередь это, наверное, Ян Вернер из «Маус он Марс». Его сольные проекты очень, очень меня впечатляют до сих пор. То есть я, ну, просто впадаю в какое-то такое состояние, когда я его слушаю, ну, не могу пошевелиться вообще. Да, это круто. В современном мире очень сложно оставаться на месте, концентрироваться на чем-то, сохранять долго внимание, поэтому студийная работа для меня сейчас довольно сложна. Мне тяжело долго над чем-то сидеть, хочется постоянно переключаться, а лайв выступление это, ну, это как игра такая, то есть ты не знаешь, как оно получится. Я не знаю, я, наверное, слишком ленив в этом плане. Мне в последнее время очень тяжело собрать всю музыку в кучу, оформить это в какой-то альбом. Ну, конечно же, это непременно произойдет когда-то. Тем более, я бы сказал, что у меня сейчас, можно так сказать, что два музыкальных проекта, потому что на вечеринках такого клубного формата я играю одну музыку, на таких сидячих концертах совершенно другую. Ну, просто в Минске приходится играть ритмичную музыку, чтобы находить слушателя, потому что, мне кажется, может быть, нет такого количества заинтересованных людей в таких концертах, то есть не в танцах. Ну, даже на дневные какие-то вечерние, мне кажется, это здорово. То есть вовсе не обязательно идти куда-то ночью и быть до этого утра, не знаю, может, это уже, я уже старость уже.
Музыка, наверное, течение, но мне интересно было бы заниматься не только музыкой, а саунд-дизайном, например. Возможно, в какой-то степени продюсирование, может быть. Но это было бы интересно. Накинуть какого-нибудь ревера, дилея, и можно сидеть и слушать одну бочку, и это будет искусство. Ну, в любом случае, любое такое высказывание — это субъективное мнение. Для кого-то есть искусство, для кого-то нет. У меня были аналоговые синты Korg MS-20 Mini, но это скорее это фетиш какой-то был, потому что много лет назад я поиграл на вот этом оригинальном Korg. Это было так круто, эти патчкорды вот эти в дырочки втыкать. Это меня очень впечатлило, и мне обязательно захотелось когда-нибудь себе такой купить.
И вот я купил себе мини-версию. Да, он офигенный по звуку, но он, например, мало юзабельный на концертах, потому что там невозможно сохранить пресеты. И каждый раз перетыкать проводочки, накручивать ручки для следующего трека, ну, это долго. Я много лет работал на компьютере, и, в общем-то, без него никак. Я не из тех, кто считает, что если у тебя нет железок, то это не true. Да, я очень много работаю с компрессорами, с лимитерами, много-много-много всего. В общем-то, постпродакшн трека занимает намного больше времени, чем, собственно, написание его, потому что я делаю трек вот просто от начала до конца сразу и никогда потом к нему не возвращаюсь. То есть нет такого, что я пишу трек там несколько дней частями, я вот с начала до конца поиграл его, записал. Я просто по себе заметил, что если я ковыряю что-то довольно долго, то shit-control включается на максимальное, и я уже потом просто никогда это не закончу, потому что это будет фигово.
тип человека? Ну, не то чтобы домашний, но такой, я бы сказал, интроверт в крайней степени.